Всем привет, дамы и господа, с вами Неломоб. Мы сегодня поиграем в игру впервые, которая как бы еще находится в процессе разработки. Называется она Flipping Cactus. Нажмем пробел. Flipping Cactus, игра называется. Она сейчас еще в демо-версии только существует в Стиме. Я ссылку поставлю в описании. Там можно добавить ее в список желаемого. Но сейчас я буду ее смотреть, стоит ли она вообще внимания или нет. Так, играть нажимаем. Про что эта игра? Это игра про кактус. Про кактус. Который попал в тяжелую жизненную ситуацию. 1984 год. Так. Юный кактус потерял семью во время налета картеля Калаверас. В хаосе происходящего он едва успел спастись. Но заблудился в подвалах текилы. Испытание ждет его. Посмотрим, что за испытание. Кактус, короче. Я кактус. Оторванный. Это первая глава. Симулятор кактуса. Так, приветствую. Демо Flipping Cactus. Это... Оу, я не успел ничего прочитать. Ну ладно. Это я кактус такой миленький. Мне уже игра нравится. Я кактус. Сверху там я собой загоражен. Там у меня жизни. Это что такое? Во-первых, кактус наполовину растения. Подпитывай его водой. О, я попил воды. Ага, у меня жизни. Давайте я все же себя чуть-чуть опущу, чтобы вам все-таки было видно мои жизни вот эти вот. Во, вам теперь их будет видно, и идем дальше. Так, важная штука. Кактус безобиден и не может ранить врагов, однако способен разрушать хрупкие и взрывчатые предметы. Хрупкие, как тебя разрушить? Я их... О, тихо. Я его тараню. Подожди-ка, тут какие-то есть еще. Вот у меня такие вот движения, яйца. О, я могу стрелять буквой F. Бам-бам. А могу скользить. Летучая мышь. Так. Какой-то внизу паук подозрительный. Прыгаем. В атаку. Ай, пауки атакуют. Бей паука. А я не могу его уничтожить. Меня уничтожил паук. Сначала... Идем, пьем воду. Чип-чип-чип. Может, я не могу паука уничтожить? Нужно его просто перепрыгнуть и убежать от него. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Он, походу, он бессмертный. Он бессмертный паук. Я не могу его от него убегать. Все, ладно, будем тогда с ним, не будем с ним бороться. Бум-бум-бум. Колючками стреляю, походу. Так, прыжок. Оп. Ай, пауки, нет! Там же писали, что я не могу никого уничтожать. Это что такое крутится? Какие-то непонятные летающие мушки. Так, идем ниже. Так, тут что-то как-то так-то подозрительный мост. Боже ты мой! Я так. А, это, видимо, сохранялка была сверху. Мост подозрительный с самого начала, я понял. Прибило меня! Может, вниз нужно прыгать? А там внизу шипы, там все разбитые люди. Ладно, бежим. Оп. Оп. Детонатор! Я опять все взорвал! Тихо. Сейчас разберемся, как надо действовать. Оп. Ходим. Бам. Все падает, все крушится, ломается. Я не могу. Я могу вниз спуститься. Это что такое? Это стенка? Я вниз свалился. Че, для взаимодействия с любым отмеченным объектом нажмите действие. Так, я что-то нажал. Ой. Что-то все сыпется, ребята. Ага, лифт. Спустите мне лифт. Как мне теперь обратно его спустить? Вот он поехал вниз обратно. Мне нужно где-то попить воды. О, лифт. А вверх будет он ехать? Едет вверх. Лестница, видите, обрушена. Понял. Так, наверх там какая-то бомба. Пошли наверх. Я не заметил сверху ящик. Блин. Уходим. Бежим. Нам в любом случае нужно по лестнице вниз спускаться, да? Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Нажимаем на кнопочку, лезем наверх. То есть такая вот игра, везде будут всякие нас ловушки ждать, везде всякие проблемы нас будут поджидать. Ай, блин, шипы. Господи. Капец, сложно. Как там нужно, куда там нужно? Те ящики я уже разрушил. Выходит, я могу себе смело, в принципе, там уже пройти, наверное. Только как я туда сцеплюсь? А просто дождаться, пока меня на самый верх поднимет. Оп, так, используем. Бах, что-то я взорвал.
Что-то я взорвал. Оп. Ага, паука, видимо, бахнул. Тут сверху ящик должен упасть один. Так, что это такое? Так, 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 так. Страшно, страшно. О, камни падают опять. Ой, паук, паук. Ой, меня опять раздавило. А сначала? Так, тут очень далеко. Но я уже на опыте, на опыте, на опыте. Вниз, тут. Запускаем эту штуку, едем наверх. Сразу прыгаем в правую сторону. Нажимаем детонатор. Так, тут на мне на голову ничего не свалится. Сюда. Нажимаю детонатор. Бабахаю, прохожу. Пауков взорвал. Оп. Бом-бом. Оп. Оп. Так, здесь где-то камни были. Вон тут. Бум-бум-бум. Бум. Камни нам не страшны. Нам не страшен, нам не страшен. О, это можно было сразу разрушить, видимо. Там два камня внизу. Бум-бум. Оп. Интересно. Ай, там еще третий. Я не видел третий. Я не заметил его. Так, нажимаем. Ай, лифт! Черт, я его упустил. Может, лучше погибнуть? Давайте, я сделаю... Это можно все быстренько пройти, по идее. Так, сюда, 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 вниз. Запускаешь лифт. Становишься на платформу, взрываешь там все. Кактус, 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 кактус. Кактус сюда, нажимаем. Взрываем. Тут просто бежим вперед. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, нормально. Бум-бум-бум. Но там три камня падают сразу. Надо как-то это все дело... Поплюнул. Я бегу. Вот тут... О! Блин! Оно не должно было меня... Я не успел повернуться. Который раз я там уже погибаю. Оп, вниз. Дик-дик-дик-дик-дик. Нажимаем. Поднимаемся. Кактус, кактус, кактус. Кактус не ломоп. Кактус, кактус, кактус. Опа. Нажимаем. Открываем, пробегаем. Огонь, 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 огонь. Нам не страшен ваш огонь. Так, это все разбиваем. Паук. Плюнул, я бегу. Ай. Ой, я раздавил паука. Прикольно. Так, этот вот меня постоянно тут убивал. Первый раз прошел момент этот. Так, это сохранение, надеюсь. Отсюда буду... Ой, детонаторы. Стрельну. А чего не взрываются детонаторы? Почему они не взрываются? А если поближе подойти? Как их поджечь как-то надо, блин. Ладно, идем пока наверх. Здесь что такое? О, напиться воды можно. Похоже, пора встретить темную сторону кактуса. Все, что нужно, это погладить осла и спустить зверя с цепи. Чего? Ну, вода понятна. Темная сторона кактуса. Погладить его. Ой, и что теперь? И что теперь? И что это все значит? Темная сторона кактуса. Может, теперь стал более кровожадный? Могу бомбы взорвать? Нет. Не знаю, в чем. А вон мои... Как... Ага, я стреляю, у меня... Подожди, это я могу остановиться? Могу. А в чем прикол, если я рычаг видоизменяю? Ага, я не могу... Ага, я не могу остановиться на это дело. Так, надо энергию пополнить. То есть я рычагом делаю себе платформу, чтобы я мог тут встать. Ой, там какой-то бандюган стоит. Чик. Так... Чик. Чик. Двери разбил. Бандит, бандит, бей бандита. А, когда я становлюсь бандитом, я могу уничтожать. Ага, но у меня энергия заканчивается. Вон все братюни. А что это такое? Прими ярость. Кактус. Найти ее можно в разных симуляторах, но помни, как это отразится на здоровье. Прими ярость в симуляторах. Тут закрыто. Прими ярость. Бум, бум, бум. Знак вопроса у чудика с ножами. Он меня видит? А, все! И что теперь? Осла мне нужно погладить снова. Я теперь их не могу уничтожить. Я теперь стал добродушным. Наверх не вернуться мне. А как это нужно было все взорвать? Или я ошибся окончательно? Мне нужно погибнуть теперь, чтобы пройти? Как мне этих теперь чудиков наказать? А могу толкать? О! Ну, прошел вон отсюда. Как мне теперь... Ой! Ой, с ножами. Ой, ой, он сейчас меня заколет, наверное. Оп! Ходим, ходим, ходим. Надо взорвать все как-то. А-а-а! Сначала. Откуда я буду начинать? С осла начинаю. Так, глажу его. А что это такое сверху блестит?
А, это просто капает капель. Бам, с ноги меня бахнули. Напился воды, включил себе платформу и пошел. Пошел, бам-бам-бам. А двери не открываются. Так, этого я завалил. Чудика, как эту открыть дверь? Может, внизу все-таки можно было взорвать бомбы-детонаторы эти? Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Оно не взрывается. Бам-бам-бам-бам-бам. Нет, все. Надо, чтобы меня снова пнул осел. Тут, видимо, никак нельзя. Напьемся, во-первых, воды. Все! Осел только раз может тебя пнуть. Я больше не могу сражаться. Вот, блин. Кто ж это мог... Кто же это мог предвидеть-то? Как мне теперь там с теми чудиками справиться всеми? Как мне здесь победить этих всех разбойников? А, кнопку нажму, эта дверь откроется. Понял, внизу бахнет тогда все. Так, он сейчас подходит, а ему на голову сброшу, наверное, ящик. Нельзя. Ой, меня заметили! Он еще и подпрыгивает. Воу. Бам, одного рванул, но у меня хп отняли. Оп, уходим. Уходим. Так, там с пистолетом внизу. Как мне его перепрыгнуть быстренько, хитренько? Он меня не видит, надо за его спиной держаться. Он вниз не будет спускаться? Нет. Оп, обманул. Кнопку нажал. Открыл, дверь открыл. Все, уходим. А-а-а! Я не знал, что он погибнет! Оу! На, темная сторона. Жизни забрал. Надо как-то не тратить свои припасы. И стрелять только тогда, когда ты уже будешь, собственно, с противником. А, я R нажал. Темная сторона. Ага, на букву R можно менять сторону. Темная сторона кактуса. Бум-бум. Так, стреляем. Оп. С двух ударов вырубил. Так, я могу тут набрать хп? Еще себе подхилиться. Раз, два. Прикольно, короче. Тут головоломчатая игра. Хитренькая головоломчатая игра. Так, кидаем это. Надо как-то рвануть это все добро. Так, как стрелять? F. Оп. Раз, одного вырубил. Бам, бам. Второго вырубил. Спецназ работает. Бам. Ай, сейчас умру. Сейчас умру, у меня тукает. Есть! Всех вырубил, кажись. А! Коробки! Что? Как туда теперь пройти? Я разве перепрыгну? А! Когда я в ярости, я больше вешу, вешу, наверное. Когда у меня ярость, я, скорее всего, больше вешу. Бум. Есть. Первый минус. Первый минус. А! Набор рванул. Не трачу патроны. Р. Не трачу. Переключаемся на ярость. Р. Лезем наверх. F стрелять. Пам! Пам! Есть. Р превращаюсь. Не трачу ярость. Когда я... А, оно все равно сыпется. Ой, нажал. Ярость у меня есть. Оно все равно осыпается. А я могу на голову ему сбросить ящик, наверное. Давайте подождем, пока он подкрадется внизу. Ну, шаг. А сюда не делает шаг. Ну ладно. Давай, иди сюда. А, я мог ему на бошку это сбросить все. Я мог, по идее, ему на бошку это все сбросить. Ай, хпшку потерял. У меня последняя жизнь осталась. Буква F это стрелять. Есть, раз, пахнул. Отходи, тут никого нету. Отходим. На, вырубил. Так, все, дайте мне где-то теперь подхилиться или какое-то сохранение. Ба! Нижнюю часть бомбанул. Р, ярость переключаем и стреляем. Бам, бам, бам. Спускаясь. Все, проход сделан. На этом обучение завершено. Приятной игры в оставшейся части демо. Все, понял. Это что за баг? Могу ли я... Ярость есть, могу этого попытаться уничтожить. Надеюсь, сохранилась игра. Бам. Могу ли я это обычным? О, вода. О, пополнил себе жизни. Все, я теперь подхиленный. А что это за баллон? Тоже с жизнями? О, я могу в нее прятаться.
И двигаться могу. Прикольненько. F. Не достреливай. Внизу надо взорвать. Не могу залазить, пока я... Я только могу не в ярости залазить в ящики. Что, они меня не будут видеть, если я залезу? Если упаду вниз? Интересно. Типа как защита работает. Не знаю. Ну и будет подпрыгивать. Не знаю, как они будут реагировать на меня. Ой. Не видят. Как это взорвать все? Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Я не могу. Оп, выплыл. Верхнего надо уничтожить по-любому. Переключаемся на ярость. Бам, бам. Бам. Есть. Нажимаем. Что-то открыл. Но я не обязан уничтожать этих ребят внизу. Я могу себе... О, ящики сверху! Вода. Фу. Подхилочка подошла, Превращусь в обычного. Это сейчас случайно где-то стрельну еще. Ну да, прыжок сделай хороший. Оп. Оп. Так. Все разминировал. Так, внизу что? Что внизу? Платформа, значит, тут надо взорвать вот здесь, по идее, все. Красивенько. Надо нажать. А что я нажал? Что я нашел? Перец. И что? Какой-то я стал парень перцовый. И что это означало? Какое-то время я становился, может, неуязвимым. Но как-то на короткое очень время. Я взял перец и... Толком даже не понял, как оно работает. Так, там надо взорвать. Там тоже надо взорвать. Везде надо бахнуть. Так, я в ярость переключаюсь. Бам. Есть. Ой, там ящики сыпятся. Что за вода? Что-то еще выпил, какой-то бухлишка. Какой-то эликсир выпил. И как-то все замедлилось, что ли. Так, это надо перепрыгнуть. Ну тоже взорвать. Бам. Бам. Как это дострельнуть? Я уже понял как. И паука рванул. А куда это мне опускает с другой стороны? Там можно какой-то был эликсир выпить. Перец. И что, мне перец дал? Тут что-то горит. Я могу через низ пойти, могу через верх, так что ли? У меня просто жизни больше нету. А там с пистолетом. Ярость есть у меня? И ярости не осталось. А, есть ярость. Все нормально. Надо стреляться. Он сейчас вронет тут все! Он сейчас стрельнет и все бабахнет. Я же этого не предвидел. Че, нету ярости больше? По-моему, больше нету ярости. Так, это можно рвануть. Ага, один ящик не взорвался. Это мы нажимаем, что-то активируем. Перец. На короткое время дает мне возможность стрелять активно. Бам, бам, бам. И наверх запрыгиваем. Сейчас это еще взорву, эту бочку взорву, наверное. Обратно, бам. О-о-о! Сначала. Нежданчик. О-о-о! Я же подпрыгнул и в боковину ударил ящик. Почему он меня раздавил? Опять! Я только к нему касаюсь, он меня раздавливает. Это неправильно. Если я в бок ящика касаюсь, он не должен меня раздавливать. Ой. Теперь на шипы, как принц Персии раздавился. Оп. Ну, что такое? Мой кактус не получается наверх запрыгнуть. Так, оп. Оп. Так, тут рванил он все. О, сейчас с одним махом все рвануло. Ой, только я не успел с этим кактусом. Вернее, с этим вот перцем. Перец нужно забрать. Берем перец, идем наверх. Только видите, энергия как будто улучшает меня, становлюсь более агрессивным, более злым. Но все равно это маловато времени. О, хорошо бахнул. Я не буду туда идти, там всего лишь бутылка какая-то, мне она не нужна. Лучше тут вот рвану. А может пойти через верх в этот раз? Или я там не допрыгну? Не знаю даже. Тут через низ как-то опасненько. Может, через верх будет более безопасно, если я пойду? Или оно уже не будет подниматься? Эй, поднимайся. Все? Оно все опустилось, и все на этом. Этот тут стреляет, и тут все взрывает, и я умираю. И тут надо на него прыгать, наверное. На него нужно прыгать. Будем иметь в виду. Так, тут все рвануло. Тут мы должны нажать...
Ага, мы активируем лифт. Он, видимо, имеет какое-то время у нас есть, чтобы на него встать. Либо не встать. Как злость переключиться? Не понял. Я что, не имею больше злости? Ходим туда-сюда. Ай! Коцнулся. Так, как мы тут будем действовать? Да стреляй сюда, а я отойду в эту сторону. Вот так мы будем действовать. Как мне теперь... Бум-бум. Эй, ребята, я тут, я тут. У меня ярости нету, не могу переключиться. Я что, заруинил игру? Я тут никак не пойду теперь? Двери не могу открыть, они закрыты. Я пытаюсь их... О, я могу вот так двери открывать? Я не знал, что таким толчком можно двери открывать. Будем теперь знать, что оказывается и толчком можно двери открыть. О, пауки. Пауки. Это с другой стороны, если бы я пошел, да? Понял. Воды нашел. Подпить. Так. Наверх нам не пройти. А могу эти разбивать штуки? Паук спустился вниз. Веревки. Он еще ниже. За веревки хвататься нельзя. Пускай он еще ниже спускается. Нельзя. Нет, не хочет. А тогда я вот так. Ай! Бахну водички. Ключевой бам. Бам, бам, бам. Сначала... А почему я рванул? В чем была причина моего... Моего этого самого? Паук, пошел вон. Бам. Почему я у меня... Он поджегся и получил дамагу. Так, это вода... Это бочка, которую я могу залезть, в принципе. Мне нужно тут этих побить. Бам, бам, бам. Я через верх пойду. Бам. Бам, бам. О, у меня закончилась ярость. Закончилась ярость. Тут закрыто. Я этого не могу уничтожить. Ой, меня коцает. А как туда наверх попасть было? Перепрыгнуть? А, в прыжке вот так сделать еще. Видимо, надо было. Пробуем. Прыжок. Есть. Немного удлинил свой прыжочек. Оп, еще раз. Воу, с автомата. Толкаем, 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 толкаем. Нажал, открыл. Оп, оп, ныкаемся. О, перец. О, перец! Я не успел его схватить, я бы там всем раздал. Перец не успел схватить. Паук, привет. Бам-бам. Привет, паук. Двери, бум, разбил. Он какой-то у меня... Ту-ту-ту. Ту-ту. Оп, прячемся. Есть, вырубил. Так, в нижних надо уничтожать. Бегу, бам, взрываю. О, все крушу, ломаю. Сначала. О, тяжело здесь, здесь сложно. О, привет. Ай, пнул меня в бочину. Так, пьем эликсир. Пробиваем двери. Идем наверх. Бум-бум-бум-бум. А, не достреливай. Бум-бам. А, мне не получается на пролом здесь идти. Тут это не та игра, где нужно бежать и всех подряд крошить. Потому что вечно какие-то неприятности тебя поджидают. Бом. А у меня жизни не осталось. Ой. Ой. И ярости мало. Что ж поделать? Надо в любом случае через верх идти и пытаться нарулить. Одного вырубил. Второго вырубил. Не достреливаю. Есть. Рванул. Тут хрупкие эти вот. О, одного раздавил контейнером. Внизу, и здесь проблемка. Проблем, проблем. Надо толкать, толкать. Открываем нижнюю. Тут внизу с автомата стреляет. Мне нужно, наверное, сразу же вот сюда заныкаться. Как мне заставить его взорвать эти контейнеры? Нужно спрыгнуть на ту сторону. Но у меня одна жизнь, это очень опасно. Он идет, идет. Оп, есть, рвануло. Ай. Толкай, 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 контейнер. А! Контейнер меня взорвал! Блин, ну я почти, я был близок к победе. Так, он должен раз плюнуть, потом я иду. Плюй же. О, теперь я иду. Тогда я не потеряю жизнь. Я уже это выучил, все. Бам-бам. Ай. Машет ножом своим. Ты что там размахался? Так, посмотрели. Никого нету. Бам. Бам. Вырубил, остался с ножом. О, попал! Попал по мне. Гад. Ай! Блин! Я думал, там есть ящик! Тяжело, ну тяжко, ну реально тяжело. Плюм. Пум-пум.
Бум, бум, бум. Вот это просто. Вот здесь сложный момент. Ба, не попал. А если на голову скинем ящик? Нельзя. Тут они как будто что-то подозревают, да? Бам. 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 Одного вырубил. А! Печалька. Сразу двоих завалил. Ну а что мне теперь делать? А, прыжок. Есть такой еще хитрый. Бам. Так, здесь просто. А! Чуть не... Я думал, я упаду, сейчас разобьюсь. А это нельзя разбить? Перевоплотиться и воду получить с этого ящика нельзя, видимо. Это ящик, который можно просто прятаться. Так. Ползем, ползем, ползем. Нажимаем, открываем. Одна жизнь всего лишь. О, перец есть. На голову скидываем. Ба, блин! Чё с этим перцем? Я с этим перцем. Плюм. Пум, пум, пум. Еще и жизнь потерял. На тебе. Бам, бам, бам. Попал. Есть, вырубил. Так, здесь что? Тут один из трех. Сюда, стреляем сюда. Ящики активирую на голову. Оно одно, второго одного не убил. По идее, можно было бы их двоих сразу замочить. Замочить. Ну, двигайся. Лысый. Лысый, ты что делаешь? А-а-а! Почему он запрыгнул наверх? Он должен был стоять себе. Зачем он прыжок сделал? Так, это можно не трогать. Разбиваем. Разбиваем двери. Двери, двери, двери. Бам. Надо как-то его отсюда выманить. Бам. Есть. Минус один. Раз. Два. Все. С этими я научился справляться, в принципе. Это тоже нормально. Тут сейчас контейнерами только одного наказал. Тоже не заметил меня, по-моему? О, хорошо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Даже не стреляет. Ну-ка, вали. Так, есть. Оп-оп-оп-оп. Ай, заметили меня. Да, заметили. О, нет. Бегу. О! Что я сделал? Я его толкнул так, толкнул, а потом... А потом, потом... В принципе, я был... Почти победил. Так, это разбиваем. Пам-пам. Пам. Пал. Пам. Так, это просто. Это я уже научился. О. Так. Толкаем, толкаем, толкаем. Только не подпрыгивай, пожалуйста. Не подпрыгивай. Двигайся вправо. О, подпрыгнул, блин. Что делать? У меня одна жизнь осталась. И там меня засекли. Как это, как этого убить? Блин, сзади меня! Сзади меня подловили! Ай, паук теперь тут. Тук-так-так. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. На. Попал. На, не попал. Он сейчас меня цоркнет ножом. Надо, чтобы он ушел чуть подальше. Теперь это тут стоит, тусуется. Оп. Они друг друга не бьют, когда они подходят. И чё, как мне надо, чтобы они ушли подальше отсюда. Они как будто чувствуют, что я здесь. Бум-бум. Вот он тоже засек. Мафиози, мафиози. Картель, картель. Как мне там... О! Ничего себе. Одна жизнь осталась. Одна несчастная жизнь. Осталось у меня. Как по закону подлости. Так, катаем, 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 катаем. Давай вправо, вправо. Оп. Ходим. Зато у меня получилось неплохо там все. Так, теперь надо с этим хитро поступить. Так, сейчас он стрельнет. Бам. Теперь я стреляю. Оп, он стрельнет, я стреляю. Все. Перец. Боу. Ух, хорошо взорвал. Так, а у меня сейчас жизнь заберет, да? Перец забирает одну жизнь? Нет? А, я перепутал что-то. А там сверху какой-то рычаг. Это кнопка сверху? И что она бы мне дала? Не знаю. Не знаю. Так, а что за ящик такой подозрительный? Ой, паук. На тебе. Пошел вон паук. Я его потушил. Раздел завершен. Фу. Что пишут? Раздел оторванный. Погибло.
кактусов. 30 раз помер я. Повержено врагов 19. Время путешествия 27 минут. Стимуляторы, которые я использовал. Прыжок для продолжения. Прошел! Полчаса. Это было нечто. Амиго, спасибо за игру. Демо закончилось. Что же дальше? Мы работаем над релизной версией вот сейчас. Следи за обновлениями в Steam. Зацени flippingcactus.com. И, конечно, расскажи друзьям. Твоя поддержка для нас много значит и заряжает на творчество. Так держать. Histaliego. То есть эта игрушка, как я говорил в самом начале, находится в разработке, и разработчики хотят увидеть от вас, заинтересовала ли она ее или нет. Вот я ссылку оставлю в описании, можно будет на нее перейти и поставить там в Steam список желаний моих. Когда она выйдет, вы, собственно, будете уже знать. Так, продолжение нажмем. И, в принципе, наверное, на этом видео мое и закончится. Да, видите, нас выбрасывает меню, я демо-версию прошел до конца. Увидимся с вами в следующем видеоролике. Возможно, я еще буду играть, когда она выйдет, игра, релизница тоже. Это не исключено, так что все еще будет. Все, с вами был Ниломоб, всем пока-пока.